Ну, я скажу, что наша команда сегодня провела очень хороший матч в плане организации. Очень доволен я, что в плане движения команда от игры к игре прибавляет. Так чувствовалось, что мы играли с преимуществом, контроль мяча был, особенно в первом тайме хороший. Единственное, есть моменты, на которые хотелось бы обратить внимание, это реализация. Те два момента, которые у нас были у Сердюка в первом тайме, и сейчас выход у Молодцова нужно реализовывать. А так я доволен качеством игры на сегодняшний день и уровню готовности вот именно на сегодняшний день. В начале подготовки вы позже всех вышли с каникул. Вы говорили, что слабая физическая готовность у футболистов. А как сейчас? Чувствуется прогресс? Ну, я уже сказал, что да, чувствуется прогресс, все, что от игры к игре в физическом плане команда прибавляет, выдерживает темп необходимый, ну, на данном этапе все. Я доволен ребятами. Сейчас уже можно точно сказать, что «Факел» складывает в себя полномочия победителя. Не обидно? Или же для вас сейчас главное подготовиться получше к сезону? Ну, естественно, что начиная турнир мы хотели, как обладатель кубка. И у меня, я говорил уже, у меня личные какие-то амбиции были на этот счет. Я два раза уже выигрывал этот кубок с «Уралом» и с «Факелом». Хотелось бы трехкратным стать. Ну, не получилось. Получилось все. У нас, я скажу, что у нас очень сильная группа. Крылья Советов явный фаворит в турнире и в российском чемпионате, в регулярном чемпионате. Рига серебряный, то есть бронзовый призер чемпионата Риги. Хорошая, добротная команда. Все. Хотелось, но не получилось. Ну, не получилось. Теперь уже мы ставим другие задачи. Выйти на уровень оптимальной готовности к началу чемпионата. На фунбет-кубке ФНЛ как раз достаточное количество игр. Это вам поможет подготовке, спарринги вот эти? Ну, с учетом того, что мы позже всех начали, и практически мы первый сбор работали в Воронеже, не в тех условиях, погодные условия очень сложные были, которые необходимы, чтобы заложить фундамент функциональной подготовки. Ну, здесь получается, что при таком графике за 13 дней 5 игр, конечно, для нас это огромный плюс. Ну, естественно, что с учетом этого мы немножко скорректировали подготовку. И у нас получается, что в какой-то степени, как игровой метод подготовки получается. Да, через 2/3 игры все. И та нагрузка, большая нагрузка у ребят ложится, все, нам это в плюс будет.